Доброе утро! На календаре 26 ноября, четверг, и вместе с вами его встречаю я, Екатерина Данилова. Сегодня впервые в нашей республике отмечают День чувашской вышивки. Праздник пройдет в Чувашском государственном театре оперы и балета. Гостей ждет концертная программа. Не оставит без внимания и самых маленьких жителей республики. Сегодня каждому новорожденному подарит уникальную распашонку, расшитую чувашским орнаментом. Вышивка на одежде всегда имела большое значение. У каждого узора есть свой смысл. Орнаменты использовались и для оберега. Подарки для малышей уже передали главным врачам перинатальных центров, в том числе из районов республики и министру здравоохранения Чувашии. В комплекте не только распашонка, но также открытка, погремушка и книга вышивальщицы Евгении Жачевой. Акцию «Рожденные вышивки» планируют проводить ежегодно. Совместно с Пахотдерем подготовлены распашонки с чувашской вышивкой. Каждая распашонка, она вышита особым узором. И этот узор несет определенную смысловую нагрузку. Так же, как мы прекрасно знаем, что чувашская вышивка, она символизировала и удачу, и успехи, и здоровье. Согласно данным Минздрава, прогнозно ежедневно рождается в республике от 30 до 35 детей. Но мы очень рассчитываем, что этот день будет особым для республики. Приготовили 50 подарков. Так что подарков для новорожденных в этот день хватит на всех. Успеть до 1 декабря. Остается меньше недели для смены страховщика пенсионных накоплений. Раньше такое заявление принималось до конца года, в этом году до начала следующего месяца. Выбор страховщика остается за гражданином – Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Подать заявление можно дистанционно через личный кабинет на сайте госуслуг или в клиентской службе ПФР, обратившись лично или через представителя. При этом до 31 декабря люди, сделавшие выбор, смогут изменить свое решение. Для предпринимателей расширяются возможности патентной системы налогообложения. В первую очередь нововведение увеличит число предпринимателей, которые смогут вести свою деятельность в рамках патентной системы налогообложения. В список дополнительно войдут 17 сфер деятельности, в основном те, где раньше применялся единый налог на вмененный доход. Кроме того, изменения в системе предполагают увеличение торговых площадей в 3 раза, а также квадратуры залов для обслуживания посетителей общественного питания до 150 квадратных метров. Напомню, сейчас применить такую систему налогообложения можно только если количество квадратных метров не больше 50. Проблема йододефицита довольно остро стоит во многих регионах России. Недостаток этого элемента есть и у жителей Чувашии. Одним из основных источников необходимого для организма вещества являются йодосодержащие продукты, такие как морская рыба и морепродукты. 1 декабря в Чебоксарах открывается ярмарка рыбы Камчатки. Там будет представлена целая рыбная коллекция – палтус, белорыбица, кижуч, тунец и, конечно, королева лососевых – чавыча. И главное украшение стола – это красная икра. Она занимает особое место на прилавках. Икра богата витамином D и помогает организму легче переносить вирусные заболевания. Ярмарка камчатской рыбы разместится в Ледовом дворце Чебоксары-арены и продлится до 6 декабря, чтобы все желающие смогли оценить дальневосточные деликатесы. Таковы вести к этому часу. Желаю вам позитивного и продуктивного дня. Следите за событиями в республике вместе с нами.